На-на-на, оп! Опа, хорошо, раскумарили. Ой-ой-ой, теряю высоту. Все, винт сломался. Запускай пропеллер! Запускай его! Все, тренда, жопа, снесли меня. Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в режим «Весенний замес». Суть этого режима в чем заключается? А в том, чтобы просто люто замеситься, просто разносить кабины другим игрокам, играя за разные классы. Вот, собственно, и все. Значит, выходим боком, включаем прицел и начинаем шимбенить, пердолить и дико вот так вот. Ой, хорошо, на 233 зарядил челику в нос. Так, чел, ты что-то раскумарился сегодня? На, получил по лицу? Ах ты, я тоже получил, слушай. А я мне-то неприятнее будет, чем... Вот это все-таки танк. О, хорошо, еще одного раскумарили. Блять, опять мне прицел сбрили, ребята. Что ж вы делаете? На, хорошо зашло. Бляха, ни хрена не вижу с помощью этого прицела вообще. Я просто... На, получил по лицу на 500 хп. Вот так вот будешь знать. Будешь знать. Все, улетел, Василий. Давай, до встречи. Давай. На! Раскумарили его, смотри-ка, прям он офигел, слышишь, от жизни. От счастья. Давай, Василий, до свидания. Бывай. И у меня застелили фраг. Вот козлы-то, а. Так, тихо-тихо-тихо. У нас тут что-то крыса какая-то завелась. Подпольная. Подпольная крыса у нас где-то завелась здесь. Ох, еман тут крыс! Ребят, я валю отсюда. Там смотри на карту, просто на радаре. Там что-то какой-то анус мастодонта происходит. На! Раскумарили маленечко. Так, у меня два заряда осталось. Едрить мой кондрит, хандрит мой гамбит. Чего? На нафиг. А-а-а, все, жопа, мне тихо ухожу. Тихо. Джозеф! Джозеф, не делай ошибки! Не делай ошибки, Джозеф! О-о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 -
Джозеф, стой! Стой, Джозеф! Джузеппе! Ладно, умер я. Так, давайте попробуем взять вертолет. Его еще ни разу не брал. Ну, я думаю, сейчас мы хорошо с ним раскумаримся. Но это, конечно, не факт. Но сейчас посмотрим в любом случае. Смотри-ка, тут нашего кошмарят челика. А мы вот так залетаем, такие, оп-оп-оп, это наш чел, понятно тебе? Раз, и все, и сваливаем отсюда. А нет, а что с... Жопу откусили! Жопу откусили, ребята! Прямо куснули от всей души! Сердце и почек! Ух ты, блядь! Ёб в рот! Извиняюсь, молодой человек, я не в ту сторону летел вообще изначально, но сейчас мы вас маленечко подраскумариваем, так сказать. Чикс, оп, вот так разворот резкий делаем. Опа! Оп, чикс! Бляха, ни разу не попал! Да как же трудно управлять этой посудиной, говном, это... Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да тихо! Нахуй, да ёптаны в рот! Да как трудно управляется этот шайтан-машина! На-на-на! Оп! Опа! Хорошо, раскумарили! Ой-ой-ой, теряю высоту! Все, винт сломался! Запускай пропеллер! Запускай его! Все, трында, жопа, снесли меня! Так, сейчас нам... Наша задача сейчас заехать хорошенечко на точечку. И разнести там всех. Так. Враги потихонечку, вот они уже. Вот они непосредственно враги. Так, мы пока шаманить не будем, потому что мы не попадем. Я ж косой все-таки, как-никак. Нужно подъехать минимум на дистанцию 2 метра. Вот. Тогда вероятность попадания как будто бы становится чуть-чуть повыше. На! Ой-ой-ой, чела аж перевернула. Все, готовченко. Сюда его так. Стой. Раскумариваем ножки раскумариваем. Чикс. Чикс. Оп! Мимо. Оп! Попал. Чих. Ребят. А помощь сегодня будет? Помощь будет сегодня? Будет? Должна быть как будто бы. Да ёпта мать. Нахуй. Да как же? Ты, сука, повернись! Ладно, нормально. А, у меня вторая еще пушка свободна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чел прям, слушайте, раскумарил. Смотрите на него. Раскумарила прямо чела. Знатно. Знатно раскумарили его. Смотри, он аж засмаковал. Слышишь, кальянчик пыхнул, и все, и полетел чел. А! Ноги отстегнуло. А, нет, все, живой, нормально. Я думал, парализовало меня. Здорово, родимый! Улетел Василий! Ой-ой-ой, вертолетик зашел, слушай, к нам в строечку. Здорово, родимый, а как твои делишки? Ух ты, ёпта мать. На! Раскумарили хорошенько. Вообще, слушайте, ребят, что за снайпера, прям, смотрите, прям идет. Идут килы прямо, смотри-ка. На! Хорошо. Так, ну-ка, Джеймс, давай-ка ты... Ах ты, сучка какая, уворачивается. Не надо такого делать, ты что тут? По мне, что ли, стреляешь? На тебе, понял? Вот так, в докидочку, так сказать, в догоночку.
Раскумаривайся давай теперь. Ох ты, это по мне уже вертолет стреляет даже. Настолько я опасный. Да суп, ты умрешь сегодня, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это вот по мне что скумаривает меня. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну кусают меня, ребят, ну помогите, ну кто-нибудь, где команда? Тима, тимворк, это игра как бы командная вообще-то тут играется. А меня что-то никто не помогает. Ладно, ребят, сейчас с вертолетиком сделаем грязючку, нормально все. Не парься, ребят, все хорошо. Так, вот тут Энди какой-то... Ой, хорошо, немножко раскумарили его, ничего страшного. Тихо, теряю высоту, ребят, теряю высоту, хвост оторвало нафиг. Давайте вот этого раскумарим немножко. Хорошо, все, ребята, сейчас затащим, 100%. 100% инфа. Тихо, вот так делаем, сейчас. Чуть-чуть хвоста не хватает, как будто хвостовая часть, это рулевая все-таки у вертолета. Нормально, ничего страшного, нормально, все хорошо, все под контролем. Ух ты, вот так вот. Сейчас еще что-нибудь откусят, кроме жопы, и будет вообще жопа. Как, да. Вот так вот, оп, вертикально пикируем на самолете, на вертолете, все хорошо. Все под контролем, ребят, нормально. Тихо, промахнулся. Так, у меня есть еще одни ракеты, вот так делаем. Ой, тоже мимо, ничего страшного, хорошо, все под контролем. Все, уже без контроля, все, оторвало винт, нафиг мне. Ничего страшного. Так, это уже по мне раскумаривают, кстати говоря, слышишь? По мне уже раскумаривают потихонечку. Тихо, ребят. Тихо. А мне помощь сегодня будет, нет? Или типа там челики просто, ну, покуривают задумчиво. Ух ты! Ни хрена себе ты заехал! Я что-то даже не ожидал тебя здесь. Снесло крышу, ребята! Снесло и крышу, оружие, все снесло. Каким хреном, непонятно. Ну-ка, сейчас мы его раскумарим быстренько. Раз, хорошо, что-то он как-то не особо раскумарился, да? Ну да ладно, давайте возьмем артиллерию, ладно, пофиг, попробуем тоже за нее поиграть, потому что что-то все за нее играют. Ну а мы что, отличаемся, что ли, чем-то? Нет, конечно, поэтому давайте. А че ты за мной поехал, слышишь? Ты че, тварь, офигел, что ли? Сейчас мы тебя раскумарим, ты че думаешь? Сейчас мне как прямая наводочка будет на тебя, я тебе сразу шаману. Ну почти попал же, слышишь? Почти попал, да хватит. Чё я тебе так не нравлюсь, слышишь, козел? Давай я тебя взорву, хорошо, и чё ты? И что ты будешь делать? Я его снес, а как отменить? Я чела снес просто на артиллерии. Ну все, улетело, Василий. Так, у нас остается 2 минуты. Мы побеждаем всего лишь на 2 очка, поэтому мы берем снайпера и, как обычно, раскумариваем этот народ, потому что, ну, что-то они как-то не тащат нашего тима. Тащу один я, как будто бы. Вертолет, слышь, вертолетик что-то шалит там. Вертолетик шалит, а мы его сейчас собьем. А нет, хрен, мы его собьем. Каким образом я собью-то его? У меня нету ПВО. ПВО нету. Да хватит, что тебе я так не понравился, слышишь, ты, козел? Что тебе надо от меня? Нет, ну что? Ну что опять-то 154 миллиарда человек на меня раскумаривают меня? Помогите, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Ну кто-нибудь, ребята, ну тут, ребят, помогите. Что ж я... Ты что ты крутишь-то меня? Ты что думаешь, я тебя не затащу, что ли? Ну да, не затащу. Без оружия-то не затащу, как будто бы, да? Все-таки давай, челик, улетаешь. Давай. Бах! Ну почти улетел. Ему, по-моему, вообще пофиг, что-то у него слишком до хрена брони, как будто бы. Так, я вижу товарища вот там вот Маузера стоит. Вот там. Оп. Вот так по нему град полетел. Чикс. Ракета сама наводяшечка. И улетаем. Ай-яй-яй, попу сбили, ребята, попу сбили, нужна помощь, срочная помощь. Медицинская неотложная, естественно. Так, по мне ПВОшка хреначит. Ой-ой-ой, плохо, ребята, очень плохо. Ну нормально, я раскумариваю потихоньку народ, так сказать. Я ему сбил, меня тоже сбили, ребята, теряю высоту, прием, проблема. У вертолета осталась одна кабина, ребята. Нужна помощь, хелпа нужна. Хрен его пойми, что у меня за пушки остались. Я взрываюсь, ребята, я взрываюсь. Взорвался. Ну и ладно. Оп. Вот так вот. Огневая поддержка с воздуха. Чикс. Перемещаемся вот так вот. Мы его путаем, видите, просто он не знает, где мы, потому что мы невидимые, мы секретные вообще войска. Оп. А мне ПВОшка хреначит. И хрен с ней, как говорится. Я вот тут раскумарю челика. Хорошенько. Олег, опять Олег. Слышите, ребята, опять Олег. Олег, ты что тут делаешь? Олег, добрый день, Олег. Ушел куда-то под воду. У меня подлодка теперь. Вертолетная подлодка. Где-нибудь видели такое? А я вот только что изобрел. Вижу вертолет.
Слушайте, Виталий что-то там раскумаривает народ. Не пускай раскумаривать, нет, ты что? Ой, это по мне сейчас шмаль летела. Ни хрена себе ты, суши-снайпер. Кристиночка. Кристиночка, ай, Кристиночка, слушай, а там стреляет ПВОшка, ее защищает, Кристиночку-то. Кристиночка, ну иди-ка ты в жопу тогда со своим ПВО. Кристиночка, а хватит, хватит поливать по мне говном. Ребята, помогите кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, нужна хелпа, хелпа. Ребята, хелпа, взрываю, взрываю, все. Все, взрываюсь. Самоуничтожение. Ребят, самоуничтожение. Самоуничтожаюсь. Давай. Нет. Пролетел, как фанера над Парижем. Но мы победили, ребята. Я вас поздравляю. Это победа, друзья. Это победа. Сюда, на базу. Ну что ж, наконец-то, спустя несколько веков нашлась новая каточка. Итак, давайте возьмем вертолетик для начала. Потому что почему бы и нет, с него у меня достаточно хорошо получается играть. Плюс-минус километр, как говорится. Вот. И, соответственно, затащим. Питер, Питер, Питер Пен, Питер Пен, Питер. Оп-о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 п. Хорошо. Раскумариваем потихонечку народ мы. Раскумариваем потихонечку мы на ро. Вот так вот. Чикс, оп. Оп, хорошенько. Его развернуло аж. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Жопу сбивают, ребята, жопу сбивают. Проблемы с жопой у меня. Конкретные сейчас происходят. Нужна помощь. Помощь нужна, ребята, помогай мне. Это что-то у меня там, слышите? Что-то какая-то сирена пошла у меня там. Тихо, родные. А ты-то что в угол забился, дебил? У меня ракеты такие. Ай, все, все, ребят, приписюлили меня. Приписюлили меня, ребята, все, поймали на ошибке. На ошибке взяли. Так, поехали еще, еще, еще. Боевой вертолет там шоу здесь, на базе. Давайте, ребята, 100% топово тащим, 100%. И мы побеждаем, ребята. Мы побеждаем. Браво, брависсимо, вообще потрясающе. Что ж, ребятушки, на этом прекрасном моменте нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что смотрели. Если вам понравился этот ролик, то обязательно загружайте свой царский королевский лайк. Оформляйте подписочку на канал, пишите в комментариях, как вам это видео. Ну а я с вами прощаюсь до следующей пятницы. А почему пятницы? Может быть и не пятницы, может быть и воскресенье, а может вообще никогда не увидимся. Кто его знает? Всем пока!